Привет, мой канал Недалеко. И сегодня мы будем буковку Ку. Ку. Привет, ребята. Сегодня продолжаем учить итальянский алфавит. Да. И у нас буква Кю, да? Так, леттера Ку. Ку. Леттера Ку. Ку. Это у нас что? А. Рамка, да? Рамка. Квадро. Квадро. Правильно. Так, первое наше задание – слог. Для этого нам нужно буковка Ку и У. Да, и вместе будет с буквой А – Ква. Ква. Куэ. Куэ. Куи. Куи. Куо. Куо. Правильно. Второе задание. Смотрим, надо добавить слово «отсутствующий слог», да? Да. Ликер. Ликер. Ликоре. Ликоре. Воздушный змей. Воздушный змей. Аквилоны. Аквилоны. Клевер четырехлистный. Да. Квадрофолио. Квадрофолио. Квадро. Квадро. Рамка. Рамка. Это кто? Акула. Акула. Сквалло. Сквалло. Это у нас орел, да? Орел. Аквилла. Аквилла. Пять. Пять. Как будет пять по-итальянски? Чинкве. Чинкве. Четыре. Четыре. Кватро. Кватро. Молодец. Так, следующее у нас задание. Нам надо найти буковки Чи, Ку и У. Да. И словосочетание вставить в отсутствующее словосочетание, вставить в семью, в которой вот есть вода, как бы, да? Угу. Вода. Вода. Аква. Аква. Текут слюнки. Да. Акулина. Акулина. Акведук или водонапорная башня, да? Да. Акведотто. Акведотто. Аквариум. 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 Это на что? Краска. Краски. Акварелли. Акварелли. Идет дождь или ливень, скажем, сильный ливень, да? Да. Акуацоне. Акуацоне. Это у нас акваио. Акваио. Раковина. 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 Да. Молодец. Лето Ку. Лето Ку. Молодец. Да. И это что у нас? Это квадро. Квадро. Рамка. Рамка. Умница. Молодец. Подписывайся на канал Недалеко. Пока-пока. Пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока. Учите с нами итальянский алфавит. Пока-пока. Пока-пока.